Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет, страница 65, упражнение номер 5. Выбери высказывание, верное для этого рисунка. Если фигура желтого цвета, то это круг. Смотрим на эту фигуру. У нас одна фигура желтого цвета, это круг. Первое высказывание верное. Все треугольники зеленого цвета. Вот у нас первый треугольник, он зеленого цвета, и второй треугольник, он красного цвета. Второе высказывание неверно. Если фигура зеленого цвета, то это четырехугольник. Давайте посмотрим. У нас есть первая фигура зеленого цвета, это треугольник. И еще одна фигура зеленого цвета, это четырехугольник. Не все фигуры зеленого цвета являются четырехугольниками. Значит, третье высказывание неправильно. Закончи высказывание верное для этого рисунка. Если фигура четырехугольник, то она зеленого цвета. У нас один только четырехугольник, и он имеет зеленый цвет. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте.